Витя, отдай, на почту, раз, перейду. Идешь он плохо сюда, ну, отлично. Мешает, это раз, сразу, он плохо. Раз, там, он даже, вот, раз. Попадай! Не забей, сына! Еще! Что, воткнул ему? Надо было объехать. Лобье, он взлетел, а этот тоже за ним летел. Это раз видишь, как нас забили. Почему? Мы должны вот так широко наши быть детьми. Они за руки держат, мы же лежим. Догнать, перекрыть. Давай быстрее. А как? А ты за дым упал? Чего ж не удалили-то? Как же так? Давай, Ванечка. Давай, Вань. Стоит, сидит там. С колен вам Что, ни у кого не удаляете даже? Ну! Отдай, отдай! Отдай! Давай, давай, давай! Молодец! Ну! Там игрок, игроки там все, а здесь нет никого. Смотри, Семен! Дай. Вот, вот, давай, Данил, заходите! Один, Егор! Ты кто тебе так даст, что допрыгиваешь-то? Сеня! Блин, чуть потише! Домой, домой! Своих сразу разобрать, звонить. Никитка, держи своего! Ну их же меньше, а? Они... Да, отдай! Давай, 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 за ним! Ну, ну! Ну бей же ты, ёкарный папа! Да что ж такое-то, а? Там он был сын, когда я к чему? Сначала 15 и ещё плюс. Давай домой, да. Сынок, хочешь батончик? Где ты будешь кинуть? И бросили на крышу. Катался, катался, потом все равно бросил свою работу. У них все
ну раз, раз, не умею. Здорово, давай, Георгий, дуй! Их ты! Сберите их, сберите! Вот, давай, назад! Давай, давай, Костя! У меня, не мешайся! Пизда ты! Из Санькова! Надо давать ему 10 минут. Открывайся! Клюшку на лед! Ну, бей! Ну, еще раз! Блин, именно вот так! Thank you.
За помощь мамочка продолжает готовить, которая подписана на свой талант и древний мир. Да он держал, там все видно. Вообще на гриле, судейство, безобразно. Смотри, едет на кружку. Мадемуазель, уйди оттуда нахер, блядь, если не видишь, косая. Пиздец, блядь. Потому что дали. Да, потому что они завели до этого, вот я хочу сказать. Иду, просто уже вдвоем. Он разваляется. Уже ровно, играйте. Они устали уже, Саш, они уже меняться надо. Они уже устали. Скакать, правильно? Команда остается в игре, играет в пол. А что, мы вдвоем играть будем, да? Да херово. А что, я дальше хоть двое играю. Да все. Чтобы... Судьи вообще судят от нас просто. Наш за клюшку держат, они даже ничего не удаляют никого. Не свистят даже. Это наши двое. Угу. Это... Ой, и она что-то, что-то еще Рустам ей не понравилось. Не так встал. Не так лег. Ой, блядь. Нет, Лена, просто Рустам сам не понравился. Я и говорю, не понравился. Георгий больше нравится. Уноси! Отлично! Молодец, Егор! Уходи, давай! Команда «Белгородские» играет в полусоцессе. Но они сами уже. Сёма! Сёма! Дай, дай, дай! Ой, а он будет. Пиздец, блядь. Этот упал, на него наткнулся, и наши удали. Блин! Леня, работай! Работай! Забудь про работу! За нашу соперника Клюшку. Мама штрафовала Евгений Яхов. И давай, за какой ты мотался. Один мой остался. Иди назад. Давай, Люнь, спокойно, выкини! Ты что, Люня? Никитка атакую, как полевой, теперь не принимаю. Почему я не вспомнил? Держи Кузю. Молодец, держи дальше, не дай ему кого убить. Чего? Мы сами покажем. С ним! Там еще сзади молодой, там боковой. Никиточка ближе, смотри, Никита!
это куда же ты? Что ты сделал? Давай. Глянь, уже сидят на наш круг. Все было нормально. Удалите их кого-нибудь. И все было нормально. Лицо ткнул, и все было нормально. Да вот именно же, я вот хочу сказать, что уже кому-то. А это надо, вот эти вот двое мальчики. Паре этой семейной. Давай, Сеня! Ну куда же ты побежал? Слишком свистит мир. Благополучно проводит третий. Мы отрабатываем большинство. Ой! 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 Давай, Костян! Беги, Костя! Беги, забивай! Ну что, не сбили? Да пусть пятое нарушение.